Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, взгляд в будущее я не буду играть, потому что, друзья мои, я попытался, у меня ничего не получилось. Может быть, потом за кадром еще немножечко попробую помурыжить этот уровень и, надеюсь, пройду. Но сегодня будем проходить задание за зомби. Так, нападение на город рассады. Так, у меня стоит разгром. Давайте-ка мы, наверное, с тобой возьмем... Ну, кто у нас неплохо действует? По-моему, супермозг очень даже неплохо себя проявляет, да? Против как раз зеленой тени. Надеюсь, я не ошибаюсь. Иначе будет обидно, если на первом уровне мы с тобой сфейлимся. Так, что у нас тут? Слушай, и карты такие неплохие нам дали. Я, пожалуй, их оставлю все. Оу. Еще и вытянем с тобой две карты. Слушай, шикарно. Давай воспользуемся. Оу, хе-хе. Слушай, неплохо, неплохо. Так, ну что, будем, наверное, вызывать. Опачки. А это, кстати, весело сейчас будет. Так, он становится 3-2. Блин, надо было мне, наверное, вот так вот сделать, да? Через сокровище. Ладно. Никого не стал вызывать. Удивительно. Тогда получи. А вот теперь будем с тобой разыгрывать сундук. Так, сундучок я поставлю сюда и... Погоди-ка. Фух, я уж подумал, неужели профукали мы с тобой сундучок. Нет, все отлично. Вау. Легендарная карта нам досталась. Ёлки-палки. Живем, друзья мои, живем. Так, мелкий грибок, да? Паршивец этакий. Ну, мы его сейчас уничтожим. Одно в лицо ему зарядим. Так, а что ты у нас делаешь? При появлении зомби наносит бонусную атаку. Даже так? Давай. И курицу сюда еще влепим. Ну, и что ты там будешь делать? Смотри, что делать, а? Вызвал шитика. Так. А, выберите зомби, который нанесет бонусную атаку. Вот это, конечно. Что тут думать-то еще? Бамс. В плане. Не говори, что ты вот этого мне отрикошетишь. Фу, курицу, отлично. Главное, этого халабуду уничтожили. Так, 5 энергии у нас с тобой, 5. Я могу, в принципе, вызвать Гаргантюа сюда. Ну, а почему бы и нет, да? 5-6, это неплохо, между прочим. Ну, что ты там, тень, задумалась? У нас, правда, с тобой нет энергии. О, это ты хорошо придумал. А вот это вот не очень хорошо. В любом случае, все равно мы... Куда переместить этого зомби? Блин, да ладно, серьезно что ли? Ну давай сюда переместись. Я думал, что мы будем перемещать. Оказывается, немножко неправильно я прочитал. Ну ладно, этого я смогу, честно сказать, убрать отсюда. Могу, да? А могу сделать бонусную атаку. Не-не-не-не-не, подожди, нам лучше избавиться от него. И для этого я сделал, знаешь что? Вот так вот. 3 энергии я оставлю специально для рикошета. Так, ну смотрим, что он там будет делать. В любом случае, ему надо этого малыша убирать. Вот как он это будет делать? Для меня вопрос. Если даже он... А, он заморозку делает. Слушай, ну хитро, но я тебя все равно отсюда уберу. Ты не успеешь здесь... Блин, да ты посмотри, у него доборы одни, а? Так, слушай-ка, иди отсюда, а? По-добру, по-здорову. Да, этот зомби у нас пострадает. Так, малыш отогрелся, да? Слушай-ка, 9 здоровья, всего лишь 9 здоровья. И мы с тобой, знаешь, что можем сделать? Так, при нанесении урона растению герой перемещается на случайную линию и оставляет на своем месте случайного зомби. Хо-хо-хо. Так, а ну-ка. Поставим сюда. Мне очень хотелось бы посмотреть, как это будет работать. Ну, он 100% не даст. Сейчас будет замораживать или еще что-нибудь. Мне кажется, он будет замораживать. Или же у нее есть какие-то легендарные карты. Смотри, что делает, а? Вызывает свои эти фасолины и прокачивает этого ханорика. И прокачивает этого ханурика. А что мы с тобой можем сделать против него? Нанести бонусную атаку, да?
Тогда мы его уничтожим, нанесем сюда урон, перейдем в другое место, оставим из себя какого-то зомби. Ё-моё, тихо ты. Фига он тут прокачался. А ну-ка давай зарядим. Так. Ну чё, погнали? 7 в лицо, конечно, больно. Что не говори. Кого он тут оставит? Оу, еще один гаргантюа. И это превосходно, я тебе скажу. И это превосходно. Правда, мы с тобой еще 3 в лицо получаем, и у нас 6 хп. У него 4 всего лишь. Всего лишь 4. Так, как бы нам быть-то здесь, а? Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Конечно же, у зеленой тени карт намного больше, чем у меня. Но ты видишь сам, какие у меня тут крупные карты. Он ставит арбуз. Заморозку. Слушай, он хитрец. Он заморозит мне сейчас вот эти все карты. А тут тупо обменяемся. Ладно, фиг с ним, поехали. Нанести урон, конечно же, мы не сможем, да? А, нет, мы первый бьем, тогда все отлично. Тогда все шикарно. Так, давай, добиваем. А, какой добиваем? А почему он у меня не сделал ход? Или я что-то прозевакал? Я, наверное, что-то прозевакал, да? Ну что? Сейчас я хочу кое-что сделать хитренькое. Смотри. Хочу посмотреть, что он будет сейчас выставлять. И у меня, видишь, есть беспилотник. Он что, это специально, что ли, делает, а? Ну, чебурек, а? Хотя, друзья мои, ему в любом случае конец. Почему я тебе говорю? Потому что 6 в лицо он получит от моего вертолетчика. Сюда я могу поставить, да, вот так вот, беспилотника. Он думает, что у меня здесь нету, да, никого. А вот дудки. В принципе, песенка его спета. Бабах, и получи вдогоночку. Да, друзья мои, мы победили с вами зеленую тень. Немножко меня, конечно, это дело напрягло. Не буду скрывать, но главная победа. Ну что же, а мы с тобой переходим на следующее испытание. И у нас кто здесь будет? Покажите мне, пожалуйста. А, зубастизила. Ну вот последние бои, которые мы с вами, да, проводили против нее, мне показались довольно простенькими. Я буду надеяться, что и здесь то же самое случится у нас. Так, ну что, выставляем этого. Трубочиста. 3-2 становится он. Так, здравствуйте, приплыли. С какого перепуга ты сюда... Зачем? Зачем ты сюда поставил подсолнух? Конечно же, копить энергию. И это плохо. Так, поставим с тобой сюда амфибию. Ах ты, за серия мелкий. 2-4. А зачем он это делает? Зачем он потратил? Прикинь, у него всего 3 карты остается. Так, ну ладно, давай посмотрим. Тут понятно, мы проиграем этой капусте никудышной. Так, 3 в лицо. Ага, ну давай, давай, давай. Выдавай свою энергию. Так, а мы с тобой можем сделать следующим образом. Во-первых, нужно уничтожить этот подсолнух. Во что бы то ни стало. Нет, 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 не надо 6 в лицо, блин. 6 в лицо, это жестко. Так, теперь думай, как его уничтожить. Усилился, да, говоришь? Усилился. Так, кровожадность. Блин, боюсь, он мне его уничтожит. Хотя я рискну. Я рискну. Да что же он помешан на своих подсолнухах-то, а? Нет, не надо, не... А, фу, я думал, сейчас уничтожит мне вот этого зомби. Так, ну что? Давай, 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 отдупляйся. Так, у нас с тобой сработать должна... А, нет, защита не сработает, потому что мы урон не получили. Так, теперь этому выдаем, да, фокусы и плюшки. Ну что я могу сделать? Выставить сюда зомби... Так, 4-4 и сюда. А что она делает? Погоди-ка, если мы сюда поставим... Ага, бонусную атаку проводит зомби.
То есть мы сделаем с тобой 5, да? Блин, неохота. Давай так сделаем все-таки. Сделаем с тобой таким вот образом. Да что ты будешь делать? Что он там замутил, а? Посмотри. Ведь не боится, главное, что. Так, что нам тут выпадает? Ага, вытягиваем с собой 2 карты. Тут обмен. Все равно он получает еще 2 солнца. Слушай, что-то мне кажется, в конце нас такой сюрприз ожидает. У него энергии, конечно, просто зашкаливает, в отличие от меня. Ладно, выставляем сюда вот этого чудика. Ну и посмотрим, что он будет делать на этот раз. Так, ну его уничтожим. Этого хорька мы уничтожим. Слушай, а может быть не все так плохо? Так, здесь тоже уничтожаем. Слушай, возможно, все у нас будет даже хорошо. Я поставлю сюда Гаргантюа. А сюда, конечно же, амфибию. Ну? Ты так быстро сдалась, зубостизила? Да ладно. Так, ну и что ты там сделаешь? Все зомби на земле получают -1, -1. Но ведь сейчас здесь появятся новые зомби. А может быть даже круче? Ну, не круче, но тем не менее. Все, друзья мои. Вот я считаю, что зубостизила самый легкий противник вот в данный момент для меня. Так, ну что же, мы с тобой переходим на 3-й поединок. И опять же у нас здесь будет зеленая тень. Не буду я менять, ребята. Буду играть за супермозга. Кстати, я помните последнюю игру, где я дрался против Розы и пропал звук? Друзья мои, я решил сделать перезалив. И там все нормально, там почему-то звук есть. Я не знаю, почему в том видосике он пропал, я без понятия. В общем, друзья мои, если вам интересно, да, вы можете посмотреть эту серию уже, как говорится, с полной озвучкой. Зеленая тень вернулась с 4 бататами. Сколько уже можно? Что за беспредел? Да, я с тобой полностью согласен, Замобос. Что это действительно за беспредел такой? Надо уничтожать эти бататы, потому что зеленая тень... О-о-о, вот это наглость, я считаю. Она сейчас может за эти бататы выставлять свои карты, понимаешь? Они действуют как орехи. А мне, как говорится, пока и поставить-то нечего. Но если, предположим, сделаю вот так. Предположим. Вот о чем я тебе и говорил. Видишь, что происходит? Ладно, давай. 2-4. Так, получили в лицо. Этот, естественно, будет сейчас расти. Будет жестко расти, и нам надо с тобой что-то здесь придумать. Так, поставим вот этого. И у нас с тобой еще остается 1 энергия. Я могу добрать 2 карты. Ну ты посмотри, а кого усиливает? Воу, это заявочка уже серьезная. Вот это заявочка уже серьезная, ребята. Так, ну еще одного бататика мы уничтожим сейчас. И 2 в лицо-то мы с тобой сейчас получим. Да. Мне кажется, вот тут надо было брать Замбоса. Точнее этого, Разгрома. Замбоса, о чем я уже думаю. Так, а здесь у нас что? Превращается в случайного зомби, который стоит на 1 дороже. На 1 дороже. Ну что, я, наверное, пожертвую. Сюда поставлю и... И сюда. Но... Да иди ты. Да иди ты. Это 6 в лицо. Ой, как будет неприятно. Ой, как будет. Хотя у нас защита сработает. Да. Уничтожаем. Тут нас уничтожили. Так, тут тоже уничтожает. Надо дождаться, чтобы вот этот вот подрос немножечко. Хотя бы до 5. Хотя бы до 5. Как только у него будет 5 атаки, мы сразу его уничтожим с помощью вот этого заклинания. Но здесь нужно все хитро рассчитать. Давай посмотрим. Оставляю специально 1 единицу энергии. Так, неужели он сейчас что-нибудь еще надым? Вот этого я и ждал. Так, иди отсюда.
Значит, мы с тобой получаем 3 в лицо, да? Здесь и здесь, да, 3 в лицо. Немножко, конечно, неприятно. У нас с тобой 6 единиц здоровья остается. Слушай, а это же, по-моему, ага, перемещение зомби плюс 1. Угу, вот так вот. Ну, у нас нет выбора, давай тогда сделаем. Отбрасывает растение. Отбрасывает растение, но это эволюцию, да, если сделать. Это если сделать эволюцию. Я вот так вот попробую все-таки сделать. Ну-ка. Карта у нее, конечно, много, здоровья тоже не хватает. Линий для... Вот этого я, конечно, боялся. Перемещение зомби. Ну, я думаю, что лучше сделать вот так вот. Лучше сделать так, да, получить 3 единицы урона отсюда, чем получать из меня 6 в лицо. Поехали. Да нет, не надо, зачем? Зачем? Заморозка выпала ей. Ну, это уже заговор, самый настоящий. Самый настоящий, друзья мои, заговор. Нет, 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 я не должен позволить ей вырасти. Так, а здесь у нас что? Перемещает зомби, который наносит бонусную атаку. Окей. Давай сделаем тогда вот так. Сейчас заставит 100% здесь все ячейки. А может быть и нет. Он не угомонится. Он не угомонится. Ну и вот что ты прикажешь мне теперь сделать? Мы проигрываем в любом случае с тобой. Ну давай я вот сюда перемещу, так уж и быть. А сюда перемещу, который стоит на один дороже, и мы вытягиваем карту. Нет, я лучше, наверное, сделаю вот так вот. Чё-то я немножко сглупил опять, да? Я сглупил, друзья мои. Блин, эта карта, она перемещает зомби тоже. Ну все, 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 все. Ну тут в любом случае, ну никак нельзя было бы выиграть, никак. Понимаешь? Тут надо брать моего дорогого разгрома. Я думаю, что вот именно здесь от него будет больше толку. Хотя тут вопрос опять же спорный. Но, тем не менее, давай возьмем разгрома. Я бы, друзья мои, с удовольствием брал бы вот этих вот. И сальцу заразительную, которая, кстати, самая слабая у меня. Самый слабый герой из всех, которые есть. Потому что на него очень мало карт. А я так с удовольствием хотел бы поиграть за нее, конечно же. И за мозг-атаку тоже бы неплохо было бы поиграть. Но с картами, конечно, там проблема. Ладно, давай попробуем что-нибудь с тобой здесь замутить. Надеюсь... О, ничего себе! Кстати, это прикольно. 3 призрака. Да я понял, понял я эти условия. 3 призрака и отхил. Вот самое главное, что у нас с тобой есть отхил. Ну что ж, давай посмотрим, кого он тут будет выставлять. Наверное, никого, да? Ну, мы начнем тогда, наверное, первыми. Так, сделаем. Так, смотрим. Ага, ну мы его уничтожим. На следующий ход мы... его бомбанем. Потому что вот здесь вот есть у нас минус 2, минус 2. А нет, друзья мои, не получится. Но мы можем сделать немножко по-другому. Мы можем сделать немножко по-другому. Вот так вот. Я надеюсь, не будет усилять. Будет. Будет, никуда не денется. Блин, с этими своими орехами, а. Ой, орехами, грибами. Так, ладно. У меня будут какие-нибудь карты, кстати, с которыми я мог бы уничтожить. Ну, в принципе, есть одна. Это с, вот это вот, спортсмен. Но, знаешь, что я тебе скажу? Ну, мы нанесем 3... Да иди ты, блин! Слушай, как-то эти вот, вот этих вот охламонов нужно уничтожить. У меня у кого, кстати, вот этот баллончик-спрей, который уничтожает все растения? Так, что мы с тобой можем? Можем вот этого уничтожить отсюда, да? Убрать.
Но не забывай, что у него еще есть один такой ханорик в рукаве. Вот эту карту мы с тобой прибережем. Как раз вот, наверное, против него. Как раз вот против него. Ничего не буду выставлять. Пускай... Ага, выставил все-таки опять этого говнюка мелкого. Тут он делает заморозку, да мне фиг с ним, что он там заморозку делает. Вот этого главное уничтожить, да? Мяту. Блин, что он делает, а? Кстати, вот у нас есть неплохая карта. Неплохая карта, она наносит минус 2, минус 2. И все копии тоже получают столько же урона. Но, по-моему, уже поздно с этим, ребята. Хотя отхил есть. Ну, что мне здесь делает? Даст отхил. Ну, восстановлю себе немножко здоровье, да? Могу сделать... Что? Могу сделать следующее. Вот так вот, предположим. Но... Все равно никак, да? Ё-моё, у него еще арбузы. У него еще арбузы. Нет. Фокус не удался, по-моему. Фокус у нас не удался на этот раз. Нет. Разгром здесь ну никак не крутит, не рулит. Ничего не делает, абсолютно. Просто проигрышный вариант. Этот растет. Давай я попробую отхиляться. Поставить сюда сопротивление вот этому. Ну он 2 урона наносит, ё-моё. 2. Как мне тут противостоять? Никак. Ох, офигеть. Ну я теперь понял тактику, короче. Я теперь понял, ребята, тактику. 2 в лицо, естественно. Раз и второй удар. Все. Давай подумаем, давай посмотрим, что у нас с тобой есть вообще за карты в колоде, но только не за разгром, а за супер мозгом мы с тобой сыграем. Изменить, изменить колоду и давай глянем. Так, у нас есть с тобой заморозка, но одной заморозки будет мало. Я думаю, что нужно брать еще одну, вот эту вот убрать. А вот эту как раз добавить. Мы замораживаем и берем с тобой карту. Это большой плюс. Можно взять, в принципе, проскок. Да, вот эту, далеко-далеко, который делает рикошет. Почему я назвал проскок? Это же у нас... Это же у нас батут, ё-моё. Так, ладно. Можно взять вот этих зомби, кстати. Да, копателей. А у нас есть он. Ну, вот эту вот, наверное, надо убрать. Хотя она делает бонус... Вот, вот эту вот, пожалуй. Руку уберем с тобой. А вот эту карту можно было бы взять. Но я лучше возьму вот этих ребятушек. Это зомби, ребята, которые уничтожают сразу же при попадании. Можем взять... Да все, наверное, больше нам никто не нужен. Единственное, что нужно отсюда убрать одну карту. И это будет у нас, скорее всего... Вот этот вот морж. Ну что, попробуем? Да, деваться все равно нам некуда. Будем пытаться сыграть за него. Третий бой, ты видишь, как он меня, ребята, выбил просто из колеи. И это еще не самый главный босс этого уровня, понимаешь? Ага, значит, у нас есть пират. Вот эту я хочу поменять. И вот эту. Ну, приблизительно так хотя бы. Да я понял твои условия, все, давай выставляем курицу в первую очередь. Да-да-да-да-да. Конечно же, наносит 5 единиц урона. Кто бы, блин, в этом сомневался, а? Ну что же, теперь попробуем сделать вот так. Смотри, что делает, а? Смотри, что делает. Вызвал мяту. Сразу же причем, понимаешь? Сразу же вызвал мяту. Так, он сейчас подрастет, понятное дело. 2-4. Так, ну мы с тобой можем вот так вот сделать. Глупо, конечно. Он 100% сейчас уничтожит мне этого малыша. Но если не уничтожит, то мята... Воу, смотри-ка. Он не стал прокачивать. Нам даже лучше так, на самом деле. Пиу. Главное, что ты больше расти не будешь.
Тут, конечно, тоже плохо, 3-6, но это... Куда еще не шло, да? Так, у нас 4 энергии, мы можем с тобой сделать следующее. Мы можем с тобой сделать следующее. Вот так. Что он там даст нам за карту? Ага. И вот так. Ну, посмотрим. Он сейчас будет за них ставить... Да-да, я так и понял. Будет именно этих охламонов выставлять. Почему-то я даже не сомневался, что так все и произойдет. И еще 3 в лицо нам. Угу. Он растет, конечно же, растет с каждым ходом. Так, морячков размещает. Зачем нам эти морячки, да? Который наносит бонусную атаку. Который наносит бонусную атаку. Ну, давай я вот так вот сделаю. Сейчас заморозит. Смотри-ка, не стал замораживать. Ну и куда ты убежала? Куда ты, блин, встала, курица? Ё-моё, вот дура, а. Ну ты смотри, куда она переместилась. Твою же налево, зачем ты здесь нужна? Вот объясни мне. Ну зачем? Я хотел, блин, нанести бонус на... Она мне все испортила. Она мне, блин, все испортила. Пипец, конечно. Ну че, я не знаю, ребят, давай сюда поставим тогда уже. Ща... О, так тут все, тут крышка нам. 6 в лицо, 2 атаки. Блин, ну почему так запоздало мне дают вот эту энергию, ой, энергию, вот это заклинание, а? Почему? Почему никогда курица стояла, ё-моё? Ну, он вырос, естественно, ребят, он вырос. Бонус на атаку, ну я еще могу успеть, но... Сам понимаешь, сейчас на получаю здесь столько люлей. Здесь, ну, предположим, я прикроюсь, да? А здесь уже не получится. Н-н-н. Да все, друзья мои, фейл. Фейл, как ни крути. Что-то меня это так бесит, я прям не могу. Курица эта вонючая, она меня так подвела. Я тебе серьезно говорю, она меня просто подвела. Нафига, кто ее звал вообще сюда, а? Вот смотри, мы наносим бонус. Вот так вот должно было быть. Бонусную атаку нанес, а потом мы с вами уничтожаем вот этого. Так курица встала сюда, и все, я ничего не смог сделать. И все, и ты видишь, как у нас пошло все на бикрень. Обидно-то до невозможности. Ой, с 2 хп, да. С 2 хп тут далеко не уйдешь. Ну, я попробую. Ну что, вот подставлю сюда, будет 4-4, да? Одну единицу я могу оставить и поставить, например, амфибию вот сюда. Для чего я ставил вот эту вот, ребят? Ну это без... это у нас кровожадность. Только еще... Ага, ага, ага. Ну ты понимаешь, да? В любом случае, даже если я сейчас вот этого уничтожу, то мне 2 в лицо прилетит, и мы с тобой проиграем. Понимаешь, мы с тобой проиграем. А... Победа вот-вот-вот в руках. Если бы не эта курица, которая встала на то место, куда я рассчитывал. Блин, зачем я вообще ее взял, эту курицу? Черт его, ну-ка, объясни мне, пожалуйста, а? Давай-ка ее нафиг уберем отсюда, из моей колоды. Чтобы духу ее здесь не было. Чтобы ее духу здесь не было. Она просто меня бесит. Она мне сейчас вот такое сделала, Гэй, извини меня. Я лучше возьму, знаешь, кого? Я лучше вот этого возьму вместо этой курицы. Да-да-да, вместо вот этой курицы удалить, я возьму вот этого парня. И то намного лучше, эффективнее. Он, по крайней мере, становится 3-2 на ландшафте. И вот этот, кстати, в принципе, нам тоже как бы не нужен. И вот этот нам не нужен здесь со своим прочерком. Давай вот так вот сделаем. И... Так, сколько у него там? 2-3. Вот, кстати, вот этот зомби хороший. Вот этот зомби хороший, мы, наверное, с тобой... Уберем, знаешь, кого? Вот этого тупого горгон... Нет, вот этого вот уберем. И поставим... Где он? Куда я? Вот он. Вот его возьмем с собой. Кстати, вот этот тоже чел неплохой. Чел неплохой.
Ну, как-то так. Пробуем. Что такое? А, перебор у меня. Тогда вот это вот уберем, девчулю. Все, поехали. Ты понимаешь, самое обидное, что он наносит сразу 5 единиц урона в лицо своей суператакой. И почему-то она у него постоянно есть. Понимаешь, постоянно она у него уже находится в руках. Вот эти усы надо было поменять. Я что-то опять же немножко сглупил. От этих усов никаких толку нету абсолютно. Что он там? Ты смотри, что делает, а? Представляешь, да? Он сразу свою картошку эту сладкую усилил на атаку. Сразу же на атаку усилил. Ну что я могу сделать? Ну, предположим, поставим так. Да, конечно, конечно же, у тебя мята есть. Кто-то сомневался в том, что у него будет мята? Нет, я не сомневался нисколечко. Сейчас будет расти эта мята, да? Расти, пожевать. А если я вот так вот сделаю? Что ты скажешь на это? Давай, давай, усиливай. Вот, молодец, красава. Как раз под моего зомбика. Урон, конечно, мы с собой получаем. Так, ну что? Так, мы с тобой можем... А что мы можем? Поставить, например... А, я даже не знаю, как сделать это лучше. Атаковать или здесь? Ладно, погнали. Сейчас посмотрим, какое тут будет развитие. Да, развитие то, что нужно, я тебе скажу. Так, наносит бонусную атаку. Короче, давай вот так с тобой сделаем. Да, мы получим с тобой 4 в лицо. Но это, поверь мне, не самый худший вариант. Опа, мы еще живы, не забывай об этом. Так, у нас 8 хп. 8 хп. И если я поставлю... Вот так. Что ты будешь делать, а? Блин, если бы я знал, что он за 0 даст, я бы... Так, растение получает плюс 3, плюс 3. Так, ему заморозка однозначно светит. Вот этому чудику. Заморозочку. Ага, а что ты делаешь, парень? Полностью восстанавливается и получает плюс 2 при уничтожении растения. Хорошо, хорошо. Так, ну что, тут обмен. Остается у него вот этот и вот этот, да? И грибок. Угу. Какие будут у нас варианты, друзья мои? Полностью восстанавливается, да, и получает еще плюс 2. Неплохая, в принципе, комбинация. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. И вот так. Так, посмотрим. Он же опять своего этого будет вызывать. Ну, естественно. Естественно, он будет его вызывать. О, еще кого позвал. Так, ну что, 6 в лицо никому не охота получить, да? Тогда мы вот так сделаем с тобой. Погнали. Этого уничтожили, да? Тут тоже 6. Ну, не 6, будет у нас 3 в лицо, да? 3 урона в лицо. Так, дальше что у нас там? Кровожадность. То есть мы еще получаем трешку. Так, две карты. Так, а он потратил свой суперудар-то вот этот, который... Плевок, кто-нибудь помнит? Я, если честно, не помню. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Нам нужно оставить одну единицу обязательно. Кровожадность нам будет нужна. И вот так. Кровожадность я буду специально использовать вот сюда, чтобы уничтожить крикуна этого. А он боится, видишь, он начинает добор карт. Но это тебе не поможет, я думаю. Смотри, что мы теперь с тобой делаем. Применяем кровожадность. И поехали.
Так, этого минус. Бамс. Этого уничтожаем. И еще двоечку. Двоечку ты будешь? Или он уже сделал тут? Когда он успел, я так и не понял. Так, ну что, Гаргантюа можно выставить, да? Его никуда перемещать не надо. Или же мы с тобой можем сделать немножко по-другому. Сделать вот так вот. И вот так. Поехали. Да ладно, успокойся. Плюс 3, плюс 3. Ладно. Ну что, друзья мои, погнали. 4. Плюс еще 4 в лицо. Так, тут обмен. 2 и 3. Блин, немножко не хватит, чтобы добить. Еще защита сработает, а? Растет, я знаю, что он растет. Ну что, мы с тобой можем тогда сделать следующим образом. Поставить сюда Гаргантюа. Будет усилять? Да, конечно же, будет усилять. Он, смотри, сколько у него усилений этих было. Но я думаю, что сейчас ему крышка. Так, посмотрим. Даже не сработал блок? Друзья мои, фартануло. Я думал, что блок сработает здесь. Он мне еще впечатает какой-нибудь там, знаешь, типа рикошет или еще что-нибудь. Но нет, ничего такого не получилось. Ребят, ну, супермозг отлично сыграл здесь. И у нас с тобой следующая миссия. Так, давай посмотрим, кто у нас тут. Капитан Огонек, как же я по тебе соскучился, родной ты мой. Сейчас мы тебя на дровишке-то быстро, наверное, спустим. Хотелось бы мне в это верить. Так, ну что, в принципе, рука неплохая. Блин, слишком много амфибий. Первого хода, конечно, нету, хотя есть, есть первый ход. Чё я тут обманываю? Так, сделаем таким вот образом. Надо же. Со способностью команда, конечно же. Блин. Это он хитро придумал, да? Сейчас уничтожит мне бедного зомбика. Так, ну я сделаю тогда вот так амфибию. Пускай он там наносит одну единицу урона, а мы нанесем... Да ты запарил, а? Чё? Ты не оборзел ли, а? Огонек. Совсем оборзел парень. Ну просто в корень, ребята, оборзел. Давай я сделаю вот так вот. Надеюсь, вытягивать будем карты. Блин, вот этот чудак очень плохой, ребят. Этот чудак очень плохой. Он будет усиливаться с каждым растением. Так, ну а мы с тобой вытягиваем карту. Вот, уже лучше. Уже лучше. Мы можем с тобой даже нанести дополнительный урон. И, соответственно, еще вытащить карту. Опа. Так, Гаргантюа выпал. 3 в лицо, смотри, сколько у него карты и сколько у нас. То есть мы преобладаем над ним. Естественно, я буду выставлять. Нет, это слишком слабенький. Давай вот так вот сделаем. Ага, ага. Так, ну понятно, понятно. Трать, трать. Этому все равно крышка, и я еще сделаю добор карт. Что-то у меня слишком много амфибий, вам не кажется так, а? Ну радоваться пока рано, потому что у нас 10 хп всего лишь. Как бы опасность есть большущая. Так, можем сделать с тобой... Подожди секунду. Какой-то подвох здесь, 100% какой-нибудь подвох будет. Ну давай я сделаю вот так вот. Ай, ниндзя опять выпал. Ну, что ты там будешь выставлять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем ты его сюда поставил? Нам придется прикрываться. Хоть чем-то, как говорится. Так, ну этого уничтожаем. Тут получает он урон. 3 хп у него, да? 3 хп. Так, смотри. Можем сделать с тобой следующее. Поставить сюда амфибию, предположим, да? Так, еще бонусную атаку можем влепить, да? Бонусную атаку можем влепить, значит, нам нужно с тобой ставить 2 единицы энергии. Тогда мы сделаем с тобой... А вдруг он сейчас уничтожит, блин? Вдруг он уничтожит, а мне? Амфибию, что я буду делать? Блин, горелый, что мы будем тогда с тобой делать? Ладно, попробуем так сделать. 2 единицы нужно ставить по любасику, поехали.
Да ладно. Смотри, что творит, а? Опять свою команду суперскую вызвал. Бонг Чо я позвал, а? Ну, а мы с тобой сделаем следующим образом. Нам главное вот этого уничтожить. Три в лицо получим, фиг с ним, так уж и быть. Поехали. Три в лицо, но у него карт не остается вообще. Соответственно, так, это у нас... О, в бонусную атаку. Мы его поставим сюда. Этого поставим сюда. И вот сюда. А ну-ка, покажи, что там у тебя. Оу, откуда, блин, виноград. Блин, это плохо, ребята. Бонусную атаку делаем. То есть нам 6 прилетит, да, как ни крути. 6 в лицо, ты понял, да, о чем я? Потому что виноград при уничтожении наносит 6 единиц герою. Хотя, если защита сработает, то нам повезет. Нам повезло. Нам крупно с тобой повезло. А вот... Слушай, я надеюсь, у него больше не будет этого винограда. А ну-ка, давай-ка вот так вот с тобой сделаем. Все, наверное, знают, да, что это за чудик. Мы сейчас закопаемся, и у нас будут надгробия. Так, а он вытягивает две карты, правильно? Он боится. Огонек... Запугался, бедняжка. Только вытягивает. Ну, мне кажется, шансов у него нету. Все, друзья мои, по-моему, тут фейл. Так, бонус на атаку, да? Как, который зомби, вот это, конечно, пускай наносит. Ай-яй-яй, вот здесь немножко не хватило нам. Здесь немножко не хватило. Так, смотри, у него броня, если сработает, то плохо. А если не сработает, ему трындец. Так. Так, сработало, да? Кого он там? Ага, решил его. Ну, мы уничтожим спокойненько его, не напрягаясь, так что все у нас под контролем. Либо вот этой заклинашкой, либо... Смотри, что можем с тобой замутить. Я... погоди-ка. Или лучше нам Гаргантюа поставить? Нет, все-таки я вот этого выставлю. Не стоит волноваться, у нас есть с тобой заклинание. Вам бросили вызов. Не надо мне пока никаких вызовов. Смотри-ка, как он жестко делает добор. Ну что, я уничтожаю вот этого, да, и все, и победа за нами. Смотри, как это происходит. Одну единицу урона всего лишь нужно нанести. И вот этот парень как раз эту единичку и сделает. Смотри. Шикарно, согласись. Шикарно мы с тобой разыграли этого простофилю пенька. Ну что же, мы переходим на самый, наверное, злосчастный уровень, который сейчас будет для меня. Это босс Зеленая тень. Я думаю, что оставим с тобой, наверное, супермозга. Согласись, сегодня, да, он неплохо себя проявляет. Мы справляемся. Пришлось, конечно, вначале где-то там. Ох, ёпперс, да вы серьезно? Вы... Эй-эй-эй-эй-эй, ты прикинь. Так, ну, понимаю, конечно, что у нас с тобой есть вот эти вот, но... Так, что у нас тут? Вы начинаете игру с плюс двумя снежными людьми и плюс двумя мозгами. Похоже, два число волшебное. Так, зеленая тень начинает игру с двумя бататами и двумя двойными мятами. Так, давай прикинем. Уничтожим, у него одна единица энергии, да? 100% он будет кого-то либо замораживать, либо еще что-нибудь делать. Я поставлю вот так вот. Хотя, слушай, а мы же можем сейчас, смотри, посмотрим, что он сейчас будет делать. У нас есть с тобой бонус, двойная атака. Оу, смотри, какой наглый. Он не побоялся этого. Не побоялся, понимаешь? Тогда мы с тобой сделаем вот так вот. Нет, такая ерунда. Или нормально? Слушай, можем нанести бонусную атаку, да? Как сделать-то лучше? Или все-таки... Нет, давай бонусную атаку просто с тобой сделаем. Этот будет 4-8, да? 4-8 он станет. Конечно, плохо. Конечно, плохо, ребят. А, нет, не 4-8. Он будет 4-2. Блин, они меня еще и покинули.
Вовремя вы, друзья мои, вовремя вы меня покинули. Давай, давай, давай. Вот это вот нужно будет уничтожать. Обязательно, друзья мои. Вот эту вот в первую очередь нужно побить. Как бы нам с собой сделать-то так, а? Опять его, что ли, вызвать сюда? Так, он нам дает контейнер для завтраков, да? Контейнер для завтраков, блин. Ладно, я сделаю вот так вот. Какую карту мы вытянем с тобой? Ну зачем, блин? Ну зачем мне вот это вот нужно было, а? Воу-воу, тихо, ты что, парень, ты там мятами, что ли, закупорился по полной программе, а? Я не понял. Что за дела-то? По-моему, действительно, у него там одни мяты. Фига он тут начинает мне бурагозить. Как мы с тобой будем тогда поступать? 8-4, это уже опасно. Так, давай сделаем с тобой хитро. Ну, будем, ну, типа, обманывать его, да? Типа, у меня ничего в руках нету. Как будто бы. Ход растений. Ага, ну ладно, фиг с ним, пускаем выставлять. Надеюсь, не будет прокачивать. Нет, не стал прокачивать. И мы с тобой уничтожаем вот эту мяту. Вот эту мяту мы с тобой уничтожаем. О, да они все получают у меня. Ха-ха, мы и эту уничтожаем. Шикарно, просто easy cool. Да-да-да-да-да. Так, и уничтожаем вот эту мяту. Замечательно получается. Правда, у нас с тобой здоровья не очень много, но пока терпим, пока терпим. Это становится 2-2. Что мы можем с тобой здесь замутить? Ну, я могу поставить, например, пирата. Но я хочу поставить, наверное, все-таки снежного человека. Раз. Две единички нужно оставить, мне кажется, да? Две единички. Это для бонусной атаки. Пропускаем ход. Нет. Вот ты посмотри, какой паразит, а. Не так-так-так меня берет, а. Ладно, этого бампнем. Так, у нас с тобой получается что? Три в лицо только получим, потому что у нас сработает с тобой блок. И давай-ка, наверное, вот сюда еще. Блин, у него тоже блок сработает сейчас. Даже быстрее, чем у меня. Нет, ну так-то, конечно. Вау. Так, наносит бонусную атаку. Наносит бонусную атаку. Конечно же, вот этот зомби переходит сюда и уничтожает этого охламона. Бумс. Все, все, ребят, все, хорошо, пока под контролем. Блин, жалко, что снежный человек покидает нас. Вот сейчас будет очень, как говорится, ответственный момент. У нас с тобой всего 7 энергии. Здоровье у нас немножечко больше, но у него блок сработает раньше. Давай-ка я сделаю... Он 5 в лицо мне уже давал или нет? Я не помню. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Посмотрим, что за карта нам вытянется. В принципе, карта неплохая, но... Но-но-но-но, вот так, наверное, все-таки я сделаю. Да, друзья, скорее всего, так надо будет делать. Давай посмотрим. Смотри, что делает, а? Смотри, что делает, а? Думает, у меня ничего нету, что ли, против этого гаденыша? Есть у меня все. Так, получает он сколько? Ну, прилично урона. Я, наверное, думаю, что все-таки у него сработает блок. Бамс. Бамс. Ага. И срабатывает блок. Карту эту тратить не стал. Приберег. Там может быть все что угодно. И рикошет, и так далее, и тому подобное. Ну, давай я вот так вот сделаю. Мне больше ничего не поставить, понимаешь, все ячейки заняты. Но. Зря ты его сюда влепил. Зря ты его сюда влепил, парень, я тебе скажу. Странно. А почему он не стал этого замораживать? А где логика? Объясни мне логику. Парень. А, я, кажется, понял твою логику, да? Я, кажется, понял, что ты хочешь сделать. То есть у тебя есть надежда на то, что ты еще успеешь сходить, да? Ну, я понял. Ладно. Поехали. И одну единицу урона все-таки мы ему не сделаем, да? Пока не сделаем. Четыре карты. Ага.
Всего одну единицу урона ему нужно сделать. Всего лишь одну. Ребята, 6 единиц я оставляю для подстраховки. Если он уничтожит какого-нибудь бойца, чтобы я смог поставить сюда беспилотника. И так... Воу-воу-воу-воу. Так, секунду. Да качу секунду, друзья мои. Все, ему крышка. Можно было даже ничего не делать. Ему крантарики. Все, зеленая тень. До свидания. Было приятно с тобой драться. Но мне показался этот босс полегче, чем даже те, которые были до этого. Блин, прикольно. Прикольно мы с вами играем за зомбарей. Как же мне хочется, друзья мои, играть также за растений. Но карты, все. Вся проблема в картах. Так, незаменимый король. Это будет у нас с вами орех в доспехах. Ну и, как вы понимаете, да, мы будем с вами играть уже против него в следующей серии. Так, а тут у нас друзья. Так, ты занят, да? Всем спасибо, ребята, да, я был занят. Как-то надо определиться, чтобы с вами поиграть со всеми, ну, со всеми желающими, я имею в виду. Как бы батл сделать такой. Но мне кажется, вы меня, ребята, ушатаете здесь, потому что ты... А, ну ты 4-й ранг, ты 6-й. В принципе, ну, что я могу сказать? Ребят, крепчайте, крепчайте, и... Может быть, даже я у вас чему-нибудь поучусь. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.